Это Регина Тодоренко. Красивая. Дерзкая. И самая отважная ведущая во всей вселенной. Подожди, мне надо заземлиться. Что? А это Натали Неведрова. Странная. Я повелительница мест! Космическая. Это я, Натали Бурерожденная. И самая впечатлительная ведущая «Орла и Решки». Плакать почему-то хочется. Не понимаю, почему. Все, ребята, я очень устала. Вместе эти девушки будут путешествовать, чтобы показать, что в каждой стране, в каждом городе существует рай и ад, где есть и богатство, и бедность, счастье и горе, идеальные пейзажи и разруха. А вот это монетка. И только от нее зависит, кто из ведущих будет шиковать, а кто экономить в этот уикенд. Вот там. Что ты делаешь? В смысле, что я делаю? Доброе утро, друзья. Это Орел и Решка. Доброе утро. И сегодня мы в Португалии. А Португалия, между прочим, это рай для туриста со 100 долларами. И еще больше рай для туриста с золотой картой. Ты на серфе катаешься? Да, нет. Нет, отлично. Орел. Решка. Золотая карта не нужна. Ничего не поняла. Отлично! Не поняла. Ну смотри, как же хорошо все получается. Ну, тогда рюкзак это тебе. Да, пока. Португалия. Край Европы. Дальше только Атлантический океан. Это страна замков. Невиданных деликатесов и самых больших в мире волн. А еще здесь самые лучшие места для серфинга. Причем здесь кровь и кости. Какой же элитный, стильный, породистый красавчик. Да-да, это я все о нем. Раритетном кабриолете 1961 года рождения. Добрый Мерседес голубых кровей. Такие авто – это особый фетиш богачей. Ведь купить или арендовать раритетного красавца – это как прикоснуться к прекрасному и очень эксклюзивному. Например, эта модель была выпущена в количестве всего 2729 экземпляров. Аренда моего кабриолета 1950 евро в сутки. А если выезжаешь за пределы города, будь добр, еще 100 евро. В общем, хорошо, что с золотой картой об этом можно не париться. Ну что, мой железный конь, вези меня на южное побережье Португалии. Туда, где лучшие пляжи для серфинга.
где океан теплее на пару градусов. А какие там деликатесы! А я отправляюсь в город замков и дворцов Синтру. Отвезет меня туда тоже не менее прекрасный железный конь. Или даже, можно сказать, целый табун. Говорят, что едет быстро и стоит всего 2,70 евро. Ну, рай же для туриста со 100 долларами в кармане. Я надеюсь, ада не будет. Я, как обычно, потеряла талончик. Класс! Каких-то 50 минут в пути, и все. Ребята, как красиво! Синтра начинается! Начинается Синтра! В разные времена в зеленую Синтру из удушливого Лиссабона сбегали монархи, королевские семьи и просто богатые португальцы. Именно поэтому тут так много средневековых дач. Ну, в смысле дворцов и замков. Сейчас монархов и королей сменили туристы, которые пытаются за день обойти все достопримечательности. А это не так просто. Дело в том, что городок холмистый. И если национальный дворец Синтры находится тут, то полуразрушенный замок Мавров аж тут, а дворец Кинта де Регалейра вот тут. В общем, квест еще тот. Я скакать от замка к замку не буду. Лучше посмотрю на самый красивый, самый популярный дворец Пена. Вон он там, на горе. Именно в нем раньше жила королевская знать. А сейчас там, наверное, музыканты играют. Аниматоры в средневековых убранствах развлекают туристов. Так, пешком 50 минут в гору не хочется. Нужно искать варианты. Значит, автобус. Ездит по кругу по основным замкам и дворцам. Стоит билетик 5,50, но можно простоять полчаса на остановке, и не факт, что влезешь. Забитые автобусы просто проезжают один за другим. Может, конечно, на лошади, вон там лошади есть. Но, наверное, дорого. О, тук-тук! Tuk-tuk-tuk? Yes. How much does it cost to go to Pena? It's 5 euros. По-моему, лучший вариант. Быстро и с ветерком. Yes, okay. We are ready. Yeah. Ah, it's too hot. Sorry. Очередь, ну, ребята. Ну что я, зря приехала? Двадцать минут в пути. 40 еще простоять в очереди. 5 евро отдать за тук-тук. 7,5 за этот билетик. Все. Серьезно? То есть еще и за трансфер 3 евро?
Нет, друзья, я пойду пешком. Дело в том, что от входа на территорию дворца до самого дворца еще нужно подниматься в горку. Для ленивых тут и сделали трансфер. Но прошу вас, не ведитесь, подниматься всего 10 минут. Смотрите, какой красивый. Правда ведь, как праздничный домик, да? Вот смотришь на эту бывшую королевскую резиденцию, и сразу ассоциации какие-то возникают со сказками о прекрасных принцах, о трубадурах, рыцарях и драконах. И я думала, что здесь хотя бы попытаются все это как-то воссоздать. А нет, обычная достопримечательность. Ни тебе аниматоров, ни тебе музыкантов. Для тех, кто не пожалел 15 евро, чтобы попасть в этот прекрасный дворец, есть отличный бонус. Вот же он! Еще одна очередь. Представляете, как здорово! Но я пас. Вы тут стойте, друзья, а я лучше поеду к океану. Какой бы Португалия ни была популярной среди туристов, тут еще остались места, где ракушек больше, чем людей. Риа Формоза. В переводе «прекрасная лагуна». Каждый день здесь, в зависимости от приливов, то появляются, то снова исчезают вот такие песчаные острова. Посмотрите, как же здесь здорово! Meant to last, but I was out my depth. You're around trying to make amends. You fueled my suffering. I'm used to forgiving, but now I answer you. I can't say any more than just a memory of what's been. Как хорошо, что я додумалась взять на яхту личного повара и личного официанта, чтобы пообедать прямо здесь самыми свежими морскими деликатесами. Красотища! Вот что интересно, все эти морепродукты выловлены из вод заповедника. Креветочки всякие, устрицы, моллюски, что-то, краб, это нам понятно, это мы уже знаем. Стоит обратить внимание на морских уточек. Ну и морские черенки. Приятного аппетита всем вам. Я как раз тоже решила пообедать. Хочется чего-то традиционного, португальского. Рекомендую тебе вот это. Курочку с рисом. Вкуснейшее традиционное блюдо. Отлично. Давайте. Thank you. Итак, морская уточка. Это такой моллюск, который обитает на камнях и скалах. Рикардо, а можете мне рассказать, как это есть? Конечно. Смотрите. Ага. Берете, немного надламываете, ага. И кожица отходит. Мякоть уже можно есть.
А я думала, вот эту шкуру нужно есть неприятную. Фу. Выглядит непривлекательно. Ну вот кто любит вкус моря, всякие мидии, там, моллюсков, вот это оно. Упругий, мягкий, соленый червячок. Вот он какой по виду есть, такой же он и по вкусу. А это морской черенок. Процесс ловли этих моллюсков очень веселый. Во время отлива черенки на мелководье прячутся в песок, будто в норке. Люди засыпают туда соль, черенки думают, что вернулся океан, и такие наивные вылазят наружу. Еще более упругий червячок, но по вкусу как мидии. Прям мидии в сливочном соусе. Надеюсь, тебе понравится. Приятного. Да, выглядит как рис с курицей. В каком-то соусе. И по вкусу тоже. Не особо чем-то отличается от обычного риса с курицей. Правда, вообще не могу понять, из чего этот коричневый соус. Подскажите, а что это за соус? Это особый рецепт. Мы просто готовим рис и курицу в крови курицы. И с уксусом. С уксусом? Да, и с кровью. С кровью курочки. С кровью курочки. С кровью курочки. Что? Кровь? Фу. Оказалось, что это действительно традиционное блюдо португальской кухни. Называется оно... Арас де Франго де Кабиделла. Едят его тут так давно, что никто уже и не помнит, зачем в него добавляют кровь. Счет, пожалуйста. Дамы и господа, леди и джентльмены, сеньоры и сеньориты, сегодня мы будем жить в Анантаре. Анантара Виламура – это пятизвездочный отель, где богачи и их дети дни напролет плещутся в бассейнах. Здесь ориентируются на миллионеров, которые любят гольф. Большая часть территории – одни сплошные поля для гольфа, которые создал сам Арнольд Палмер. Что, не знаете, кто этот Арнольд? Если честно, я тоже до сегодня не знала. Оказывается, это один из самых известных в мире гольфистов. Главное, как звучит поля для гольфа от самого Арнольда Палмера. Тот, кто заказывает себе здесь президентский люкс, сразу направляется в свой номер. Таких гостей не задерживают на ресепшене. Просторный номер, гостиный гарнитур из дерева молодого ореха, огромный диван, светлая ванная с прямоугольной джакузи и, конечно же, спальня. Королевского размера кровать с льняными простынями, с выходом на личный балкон. А поскольку номер президентский, вот, комната для переговоров. Как же я люблю такую жизнь. А кто же не любит? И как скромное дополнение. Вы только посмотрите, какая роскошная терраса. Обеденный стол на 8 персон. Шампанское. Свой собственный мини-садик. Джакузи. И шикарнейший белоснежный диван. Вот она, жизнь с золотой картой. €5000 в день.
все. Отправляюсь на край Европы. К океану. Такое ощущение, что все пришли покататься на карусели. Представляете, этому трамвайчику 113 лет. И он каждый день ездит из Синтры на популярный пляж Прая Даш Массанж. А билет всего 3 евро. Местные, конечно, особой какой-то любви к трамваям никогда не испытывали. Для них это обычный общественный транспорт. Ну а туристы в восторге. Так здорово, все оборачиваются на улице. Смотрят, машут. Даже как-то удивительно, что никто еще не догадался сдирать за такую поездку не 3, а все 23 или даже 33 евро. Ведь едешь на настоящем раритете. Любуешься красивыми садами, милыми португальскими домиками. Полноценная экскурсия получается, только без гида. Неужели вот уже сейчас я увижу океан? Ребята, ну я наконец-таки добралась до рая! Ну вот же он, Атлантический большой океан! Ну я же бегу к тебе! Вода градусов 15 от силы. И это в разгар лета. Слушайте, а местных это вообще не удивляет. Они особо и не плавают. Приходят, садятся и просто смотрят на океан. Ну, ничего. Я подготовлюсь к этой холодной воде и поеду на серфинг. Вообще в Португалии серфинг — это же развлечение номер один. Тут и всяких серфинг-кэмпов, ну, типа всяких кружков по интересам, полно. Напишу-ка я им, пусть посоветуют, куда мне, новичку, отправиться на серфинг. Ежегодно на южное побережье Португалии со всего мира съезжаются талантливые скульпторы, чтобы взять 40 тонн обычного песка и сделать из них десятки огромных песочных скульптур. И знаете, каким чудом эти фигурки стоят целыми по полгода даже? Все просто. Их опрыскивают водой с клеем. Каждый раз организаторы выбирают какую-то тематику. В этом году выставка посвящена известным музыкантам, актерам и даже мультяшным персонажам. No woman, no cry. Ау! Но если честно, большинство скульптур вообще не разгадать. Вот кто это? Или вот это кто? Есть варианты? Я не знаю. Чувствуешь себя игроком какого-то интеллектуального шоу? В честь кого создана эта скульптура? Варианты ответов. А. Джастин Бибер. Б. Брэд Питт. С. Дмитрий Монатик. Д. Фредди Меркьюри. Да-да, конечно, конечно, это Фредди Меркьюри. Внимание, следующий вопрос. Чья это скульптура? Варианты ответов. А.
Камерон Диас. Б. Подружка Микки Мауса Мини. С. Мэрилин Монро. Д. Майли Сайрос. Да-да-да, и сейчас вы угадали. И финальный вопрос нашей программы. Кто из известных певиц перед вами? Варианты ответов. А. Алла Пугачева. Б. Кристина Агилера. С. Регина Тодоренко. Д. Селена Гомес. Вот это я? Откуда такие... Откуда такие волосы? Да ладно. Ну не похоже же вообще. Дело в том, что еще утром, заполучив золотую карту, я заказала себе личную скульптуру, чтобы вылепили по фото. По вот этому фото. Как видите, прям один в один. Всего-то за 400 евро. Ну, ладно. Маникюр похож. Однозначно. Ну, ключицы мои на самом деле. Но это лицо. Такое чувство, что все скульптуры создавались с вдохновением. А на моей скульптор просто устал. Помните, я рассказывала про сообщество серферов? Так вот, я написала туда и уже получила ответ. Какие-то ребята едут в серферский городок Пениши, и у них есть свободное местечко в микроавтобусе. Сказали, что запросто меня подберут. Знакомьтесь, это Педро. Он частенько берет своих друзей и отправляется на уикенд к океану, чтобы посерфить. А это Антон, его друг. А вот это микроавтобус, или как его ребята еще называют, дом на колесах. Вот так путешествовать в Португалии очень популярно, потому что многие серферы все время перемещаются в поисках лучших волн. В легковушку, понятное дело, доску не засунешь. А сюда? Да вы только взгляните! Две доски, 4 спальных места, холодильник с охладительными напитками и едой, генератор, бутыль пресной воды. В общем, все, что нужно для отличного серферского отдыха. У нас есть 3-е место свободное. Серьезно? Здесь прям? Да, наверху только. А наверху это вообще наоборот здорово. А сколько это будет стоить? Ну, бесплатно, конечно. Серьезно? Блин, ребята. Серферская тусовка – очень дружелюбные и открытые люди. Почему? Да потому что серфер серфера никогда не бросит. Помочь, подбросить, приютить – да нет проблем. Мне такое очень по душе. Сэкономила на проезде, на ночлеге. Значит, точно смогу позволить себе урок серфинга. Ох. Это место называется Папуа. Сюда все серферы любят приезжать на ночлег. А знаешь почему? Смотри, какой здесь потрясающий вид. Вот есть в этой серферской жизни своя романтика. Ты можешь кочевать от пляжа до пляжа. Смотрите, сколько здесь таких же бусиков, как у нас. Можешь безлимитно встречать лучшие закаты и рассветы. Забыть, что нужно заплатить за коммуналку. Все, о чем тебе хочется думать, это то, как ты будешь завтра рассекать по утренним волнам. Даже не ожидала, что в Португалии
со 100 долларами в кармане может быть такой атмосферный вечер. Ребята, спасибо вам за компанию. С самого утра рвану на серфинг. Богатый португальский серфинг. Спокойной ночи. Португалия – это почти 2000 километров побережья Атлантического океана. Сотни чистейших, красивейших пляжей, окруженных скалами. Волны здесь бушуют круглый год. Более того, признано, что именно в Португалии волны самые высокие в мире. Бывают даже высотой в 12-этажный дом. Это и манит сюда серферов со всего мира. Да, ребята, есть смельчаки, которые берут доску и пытаются покорить эту устрашающую, кажется, беспощадную волну. Но также здесь есть пляжи, где волны такие тренировочные. Поэтому тут и школ много. В общем, Португалия – это Мекка как для серферов-новичков, так и для серферов-спортсменов высшего разряда. Я уже не стала наглеть и просить ребят научить меня кататься. Да и третьей доски у них нет с собой. Поэтому где-то здесь должна быть школа юных серфингистов. И кажется, это тут. Оказалось, это единственная школа серфинга, которая находится прямо на пляже. Вот школа. Личный урок с инструктором стоит от 50 евро. Ну, а для таких, как я, есть групповой, всего за 20 евро. И в эту сумму входит... И костюм гидра, и доска, и тренер. Один на нас всех. А в принципе, что еще нужно? Итак, как шопятся богатые девочки перед серфингом? Главный аксессуар серфинга – доска. Видов досок, конечно, огромное количество. Но не пугайтесь, если вы новичок, смело берите лонгборд. Он самый устойчивый. Костюм. Мы, девочки, выбираем по красоте, вот с рыбками. Но если вы с золотой картой... Чем дороже, тем лучше. Так, а еще очки. Серферский цинк и воск. Пончо. И пару плавничков. 1800 евро, пожалуйста. Nice. Thank you. На, держи костюм. Это размер S? XS? Да, XS вроде. Там маленький, как раз на тебя. А кабины для переодевания нет? Смотрите, для чего нужно серф-пончо. Оп! Иха! Видите? Он немножечко мокроват. Тут как бы по мне везде песок. Ну, я готова заниматься с этими ребятами вместе. Правда, есть небольшая загвоздочка. У меня дырка на попе. Сережа, скажи, что это не видно. Скажи, что это не видно. Это видно? Да! Итак, почему для серфинга нужен хороший гидрокостюм и, желательно, без дырочек? Океан холодный. Даже в сезон температура воды здесь не поднимается выше 18 градусов. А костюм будет сохранять тепло. Сможете серфить сколько душе угодно.
Далее. Прочная доска с плавниками. Они устанавливаются на нижнюю сторону доски и делают ее более устойчивой на волнах. Это простая доска. Маленькая? Нормальная доска для старта. Также, чтобы ноги не скользили на доске, ее натирают специальным серферским воском. Sorry. Ну, а я и без этого обойдусь. Несмотря на то, что вода в океане холодная, солнце здесь припекает ого-го. Полчаса катаний сгорите так, будто вы неделю не вставали с шезлонга. Поэтому опытные серферы используют цинк. А я мажу лицо солнцезащитным кремом. Им, правда, мазались вот эти все ребята. Ну, еще десятки ребят до меня. А, еще чуть не забыла. Красивый, мускулистый португалец с голубыми глазами. Yes. Еще он чемпион серферских чемпионатов. Мой тренер Зе. Да, так его зовут. Зе. 130 евро в час. Ready. Let's go. Интересно, а мы будем начинать занятия с дружественных обнимашек приветственных? Ну, должен же быть какой-то командный дух. Я пока вообще не понимаю, кто из них инструктор. Let's go! Он так крикнул «Let's go», как будто бы мы в армии, честное слово. Начинается все с разминки. А теперь все побежали за Педро! Потом короткий инструктаж. Самое главное, что должен сделать инструктор, это научить вас становиться на доску, еще будучи на суше. Правильное положение у серферов называется стойка. В группе заниматься хорошо, потому что можно подглядеть у кого-нибудь из суше. Все. Привязывайте свою ногу к доске с помощью специального крепления, которое называется лиш. И вот, время пришло. Казалось бы, волна. Что такого в том, чтобы просто встать на доску и проехаться? Ну это капец как сложно! И вообще, кажется, что ты в силе задержаться на доске всего пару секунд. Даже эти пару секунд – это невесомость. Это дрожь по телу. Не верится, что у тебя получилось. Быть на гребне волны – это будто ты усмирил сотни диких лошадей. На серфинге Португалия не заканчивается. Здесь есть такое, что ну никак не ожидаешь увидеть. В средние века верующие больше всего хотели быть захороненными поближе к Богу. Поэтому при церквях и соборах по всей Европе начали появляться огромные кладбища. Но мест на всех не хватало. Часовня-косница.
Или же, проще говоря, часовня, построенная из костей. Костей, которые священники просто доставали из старых могил, чтобы освободить кладбище для новых костей. Аккуратно выложенные черепа, огромное количество костей. Гляньте, есть черепа, которые уже без носа, с отвалившейся верхней челюстью. Есть уже вот совсем без лица. Очень элегантное решение проблемы переполнения кладбищ. Хочется сказать, архитектор поработал на славу. Посмотрите, как красиво выложены черепа наверху, квадратиками. На строительство этой часовни ушло около 1000 человеческих скелетов. Да, звучит страшно, но выглядит на самом деле впечатляюще. А я вернулась в Синтру, чтобы показать вам еще более странное, более мистическое место. Ну, привет, Кинта де ла Регалейра. Дворец и вся его территория построены в начале прошлого века. Согласно легенде, эти странные постройки и символы были созданы не ради красоты. Колодец глубиной 27 метров. Его еще называют перевернутой башней, колодцем посвящения. Потому что тут якобы проводили обряды инициации очень непростые ребята. Масоны. Всего здесь 9 уровней, которые символизируют круги ада. Можешь взять рюкзак? Почему-то очень хочется снять с себя все лишнее. С каждым шагом все больше погружаешься во тьму. Масоны верили, что, дойдя до дна колодца, в центре, на восьмиконечной звезде, ты завершаешь ритуал инициации и становишься одним из них. Если честно, стоять тут неуютно, что ли? Не хочется здесь находиться. Мне кажется, что не должно здесь быть людей. Они здесь лишние. И я тут лишняя. Здесь уже стало хорошо, потому что, когда ты выходишь на улицу, это все как глоток чистого воздуха. А там не то, что страшно, там тяжело находиться. На тебя давят и стены, и вот эта вот атмосфера какая-то, она жуткая немножко. Каждый желающий убедиться, что в Португалии можно провести отличный уикенд на $100, может приехать и заглянуть вон под тот куст. Именно там мы и спрячем наш клад.
Чтобы отыскать бутылку со 100 долларами в Португалии, отправляйтесь в город Фаро, в церковь Дукарму. На территории церкви ищите капеллу душ Осуш. В кустах напротив входа вас и будет ждать клад от Орел и Решка. О, вот вам камень, как указатель. Вперед на поиски! Португалия – это будто в гости к океану. Атлантический большой океан! Чтобы помолчать по душам и повеселиться на волнах. Чтобы было страшно. Да нет же. Чтобы было страшно круто и страшно драйвово. Какой красивый. Породистый красавчик. Как праздничный домик. 5000 евро в день. Рай же для туристов. У меня дырка на попе. Оп! Выглядит непривлекательно. Привет, ну что, рассказывай, как твой серфинг? Ты покаталась, у тебя получилось встать на волну? Я так устала, ты себе не представляешь. Я попала в этот групповой кружок по серфингу. Мне достался костюм прямо с дыркой здесь. Холодно, наверное. Да, все затекало. Потом я половину поняла из этих правил, половину я не поняла. Эти волны постоянно друг на дружку, я нахлебалась воды. Я не знаю, вообще можно ли назвать это серфингом, но я старалась. Знаешь, мне тоже не очень как-то повезло. Купила эти вот часы за 300 евро серферские, доску за 1100, костюм. Да. А ты покаталась? Ну, покаталась. Ну, вот, ты знаешь, все бы ничего, если бы не этот тренер. У него такие профессиональные навыки. Серьезно? Просто да, я мне кажется... До свидания. До свидания. Подожди, а какой ты? Я влюбилась. Я хочу остаться в Португалии. И мой серфинг был бы... Нет, он темненький. Мой серфинг вообще был бы не серфингом, если бы не он. Такой красивый, такой горячий, вообще мускулистый.